Здравствуйте, магазин «Лючит», серебряные украшения. Сегодня мы по второму уже кругу получили Израиль. Не так много его пришло, очень воспользовался, очень нашим покупателям он понравился. И вот мы решили вам показать эти изделия. Немножко странная у нас будет подборка. У нас получился здесь есть гранат и бирюза. Но тем не менее, видите, вот такое маленькое резное колечко с золотыми напайками. То есть у нас здесь идет не позолота, а комбинированное серебро и золотые пластины. Скреплены. Сейчас у меня размерчик здесь колечко 18,5. Собственно, на 18,5 я его и примерю. И смотрите, к нему у нас есть кулон. Ровно в таком же стиле выполнен. Да? И есть два варианта серег. Есть серьги, которые имеют наверху тоже золотую пластиночку, да, и нижнюю узорную часть. Английский замочек здесь прекрасно они. Видите, распахиваются. То есть прям на любую мочку сядут. Это вот один вариант. Мы сейчас посмотрим прям сразу все варианты. Вот так сделаем. Вот. И второй вариант сережек. Когда у них также, а французский замок, французская петля, такую посадку тоже многие любят. Вот. То есть можно как бы поиграться и подобрать себе гарнитур, скажем так, по своему усмотрению. Вот такой вариант. Не очень крупный, он подходит на каждый день, но если он такая изюминка, хочется. Вот я сейчас, например, смотрю, прям получаю эстетическое удовольствие, потому что хочется на него смотреть. Нет в нем аляпистости, нет в нем такой, мне кажется, знаете, а-ля 80-е, а очень приятные украшения. Ровно в такой же стилистике есть у нас и серьги остались. Опа, колечки мы продали. Есть и серьги с бирюзой. Тоже, видите, французская петелька. Хорошо они, как правило, садятся, эти замки, на любой прокол. Бирюза здесь натуральная. Дальше два комплекта, которые мы первый раз получили. Здесь у нас идет натуральный гранат и также серебро. Квадратик, видите, с таким фактурным серебром. Обыкновенная шинка. Значит, размер 18, придется мне на 17,5. Ну вот, кстати, на 17,5 он мне очень комфортно сел, прям не широко, ничего. Вот, и здесь у нас замочек французская петля, также натуральный гранат в таком вот серебре. Опять же, смотрите, практически базовый гардероб. Натуральный камень, легкое, очень легкое ажурное серебро и великолепный просто акцент за счет цвета на деловом костюме. Точно такой же комплект с натуральной бирюзой от компании «Тайны серебра». Размерчик у нас тоже 18. Ну, вот как мы пробежались по 18 размерам. На 17,5 превосходно садится. Такая же французская петля, такой же яркий штрих к повседневному костюму. Достаточно спокойные, строгие. И есть некая вот эта вот волна серебра, она дает немножко такой, сглаживает все, весь образ там. Да? Дальше крупный комплект с бирюзой, уже по второму кругу мы его получили, но хочется его еще раз показать. Такая строгая геометрия здесь, видите, сделана. Опять же, золотая напайка. В центре у нас натуральная бирюза, здесь фианиты. Внизу темная пластина, это черный родий. Размер кольца 18,5. Шиночка, видите, как выполнена? То есть она расходится галочкой 18,5. Ну вот я одела на 18,5, но честно, мне плотно. Я бы лучше такой комплект взяла на 18 размер. На 17,5 прям реально свободный. У серег у нас опять же такая французская петля. Практически все серьги завод делает, Израиль делает на такой застежке. Основная масса серег. Как-то здесь пломба прям неудачно у нас посажена. Неудобно вам показывать. Ну, посмотрим вот так. Придется с пломбой показать. Изделия все опробированы, изделия все опломбированы, то есть, да, как обычно. Красивый такой комплект, мне кажется, он уже такой прям для более взрослой женщины, для более солидной, скажем так, дамы. Такой он несет уже такую серьезную прям нагрузку, я имею в виду чисто внешне. И к нему браслета уже нет, а вот колье пока еще осталось по второму кругу. Вот в этом же стиле выполнено колье, видите, на такой цепочке посажено. По длине кольешки садятся достаточно высоко, то есть даже с обычными платьями, не сильно декольтированными, эти колье садятся. И еще одна свежая модель колье, очень нежная, прям такое, видите. Опять же, золотые пластины, у кого обручалка из желтого золота, вполне себе подойдет, да, подружит. Мне кажется, вот это колье как раз такой аксессуар, который будет и на базовом
варианте работать. И на праздник с вечерним платьем превосходно будет смотреться. Ничего лишнего, очень такое женственное, нежное, аккуратное. Видите, на тоненькой серебряной цепочке прямо в проем садится декольте. Очень хорошо смотрится. Так что посмотрите, подумайте. И пришел еще один новенький тоже браслет. Видите, серебряные пластины. По центру золотая пластина. И натуральные гранаты вставленные. Очень хорошая модель. Опять же, ой, стыльный. Опаньки, вот так все у меня улетело. С тыльной стороны, посмотрите, тоже интересно выглядит. Все пластиночки, видите, изогнуты. То есть ручку он будет обнимать замечательно. И застежка у нас идет. Обыкновенный складной замочек. Но замочек у нас выполнен тоже, видите, в затейливом таком рисунке. Так что вот такая подборка изделий из Израиля с натуральными гранатами и натуральной бирюзой. Порадуйте себя, заходите к нам в магазин, мы всегда вам поможем. До свидания.